Новые подходы к решению старых задач, современные технологии и вызовы. Чтобы успешно работать, сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства должны постоянно учиться. Повысить квалификацию и пройти профессиональную переподготовку они могут на кафедре Министерства ЖКХ региона, на базе школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Какие инновационные методы применяются, цифровизация, какие новые подходы к решению тех вопросов, которые на сегодняшний день жители ставят перед нами по улучшению качества жизни в Московской области. Профессиональную переподготовку по программе управления городской инфраструктурой и развитием территории прошли 10 представителей сферы ЖКХ Подмосковья. Им присвоена квалификация «Специалист по управлению жилищным фондом». Новые специалисты прослушали достаточно хорошую программу переподготовки кадров, профессиональной переподготовки, получили дополнительные знания, и что очень важно, что преподавали и читали курсы лекций непосредственно специалисты, работающие в этой отрасли. Всего же с 9 сентября 2019 года по 30 декабря 2020 на базе кафедры Министерства ЖКХ региона прошли обучение более 250 человек. Еще 40 находятся в процессе. На этот год запланирован набор 140 абитуриентов. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».